стоял видеомагнитофон, достаточно, ну, как бы сейчас сказали, продвинутой модели, с аудиодаббингом. В этом магнитофоне была кассета, на которую накладывался мой голос и копия изображения с оригинала. Потом фонограмма и мой голос переносились на оригинал, и с этого оригинала начиналась запись. Вот и все. Все происходило в домашних условиях. Потом приезжали люди, они забирали у меня оригинал, с которого я переводил, и кассету, копию уже с моим голосом. И дальше они уже технически приводили все к тому знаменателю, который им был нужен. И потом кассеты появлялись в продаже. И шла эта война десятилетия, но решающее сражение состоится...